День весны и труда отметили в России 1 мая. По традиции во всех городах страны прошли торжественные демонстрации. В Курске на улицу Ленина вышло несколько тысяч человек. Под звуки духового оркестра колонна проследовала до Красной площади. Областные и городские власти, профсоюзы и общественные организации, студенты, школьники и даже иностранцы. Для них такой праздник – экзотика. Теплая, почти летняя погода добавила позитива. Роль человека труда, она не то что когда-то там менялась, она остается незыблемой. Могут меняться формации, это на мой взгляд. Могут быть плановые, мы можем поговорить о том, что интереснее, социализм или капитализм, да? А вот человек труда, он ценен будет всегда, в любой формации. После демонстрации на Красной площади прошел праздничный концерт. В нем приняли участие творческие коллективы города.